других. Всех сложно одевать, и звезд, и обычных людей. Я бы даже сказала, что звезд одевать легче. Хотя, наверное, кажется, что сложнее, потому что все-таки люди это непростые, со своими капризами, со своим определенным жизненным графиком. Но, тем не менее, звезд одевать легче. Почему? Потому что они к этому готовы, они совершенно точно знают, чего хотят, они готовы для этого выделить время, и они к этому относятся как к работе. То есть в этом смысле они очень благодарные клиенты, потому что совместно как-то можно творить и создать какой-то образ, который удовлетворит обоих. То есть, если говорить о обычной женщине, то чаще всего это женщина в состоянии нервного срыва, потому что всю жизнь она привыкла носить свою блестящую кофточку, да, и свои черные брючки, а тут вдруг ее заставляют мерить что-то другое. Чаще всего у женщины бывает диспропорциональная фигура, то есть звезды все-таки следят за своим телом, и согласитесь, одеть девушку 42 или 44 размера гораздо проще, нежели диспропорциональную фигуру, где верх 60, а низ 56, например. Да? То есть иногда просто без помощи портного не обойтись. И плюс ко всему, если говорить о наших героинях программы «Модный приговор», то, конечно, это женщины на грани нервного срыва, их одевать гораздо сложнее, чем других людей, потому что они боятся съемки, они очень хотят изменить свою жизнь, но все равно страхи присутствуют, поэтому мы в какой-то степени работаем еще такими психологами, которые постоянно успокаивают. Вот. Но главный результат – большинство наших героев уходит счастливыми. Расскажите, пожалуйста.